88% школ Магілёўскай области атрымалі пашпарты готовности до нового навучального года. Про гэта нам паведамілі ва управленні адукацыі Блаканкама. Наш корреспондент Веста Смирнова зрабіла пазанавучальны рейд па Шклову і даведалася, якія змены чакаюць школьнікаў гэтага райцэнтра. У Шковской гимназии сёлета першаклашек будет удвоя больше, тому закупили не только додатковый инвентар. Створили навод невеликий музей белорусской культуры. Косметичный ремонт, у кабинетах новые душевые, отремонтованная мебля надают утульность. В этом году у нас была заменена полностью линия теплотрассы. То есть у нас будет не только безопасно, уютно, но еще и тепло. У средней школе номер 4 зараз установить электричные водонагревальники. Им кнутся подтримливать идеальный парадок и на зробленной летость новой школьной кухни. Организация здорового питания в школе уделяется большое внимание в этом году. Благодаря родительским пожертвованиям, силами родительского комитета, попечительского совета, внебюджетной деятельности, нами было приобретено, стеллажи были приобретены на пищеблок, была обновлена посуда практически полностью, тарелки, чашки, приборы, недостающие куплены. До речи, 4-я школа – одиная у районе, где есть просядибный участок. На им вырастили цибулю, капусту, помидоры и, зразумела, огурки. И вось подчас летней практики девчонки допомагают нарыхтовывать соленье для столовки. У школе номер 1 кажут, что им засталось только упрыгожить в окна карунковыми шторами и вымыть подлоги. 2 вересня пройдут первые уроки физкультуры и у отремонтованной спортивной зале. Пошпаклевали стены и затем окрашиваем акриловой краской, окрашиваем эмалью стены и окрашиваем эмалью пол, наносим разметку специальную. В разных цветах это все происходит. И, конечно, мы хотели бы поблагодарить за помощь, которую оказывают нам в этом наши родители. Светлана Анатольевна уверена, что сприять поспеховости школьников будет и набытая техника. Например, новый телевизор и проектор допомогут вучням и наставникам и у подрыхтовцы презентаций по научной программе и у организации позашкольной деятельности. Веста Смирнова, Дянис Бутылин, Новини, Регион.